Здравствуйте, друзья! В прошлом году у меня вышла книга «10 мастер-классов по бисероплетению уйчольские цветы». И сейчас я уже работаю над второй книгой по цветам в этом стиле и столкнулась с самым трудным выбором – подбором цвета бисера. Помогите мне найти вдохновение. Я знаю, что многие из вас экспериментировали с уйчольскими цветами. Поделитесь, пожалуйста, фотографиями того, что у вас получилось. Давайте проведем фотомарафон. Поделитесь фотографиями уйчольских цветов, которые вы делали по моим мастер-классам в группах ВКонтакте или в Фейсбуке. Всем, кто опубликует от 3 и более работ, мои помощники в течение суток пришлют в личном сообщении подарок в виде мастер-класса «Полевой цветок». Если вам нравятся эти цветы и вы хотите помочь мне с работой над новой книгой, примите участие в марафоне. Буду вам очень признательна. И до встречи в следующих мастер-классах. Пока-пока!